Да, пока присоединяются, ребят, я вам хочу напомнить, что сегодня ночью, утром, мы уже выезжаем в Брау-Дюрсо на фестиваль. Там будет семейный фестиваль, и я там буду давать две лекции. Поэтому, кто хочет, присоединяйтесь. По-моему, там абсолютно насколько знаю, что там вход бесплатный, там только с проживанием, что-то такое. Но это можно уточнить. Так, Ангелиночка, у меня после ретрита до сих пор очень мощные распаковки идут. Очень круто, прям, да, да. Я же говорю, еще 2 месяца вас будет догонять. Вас будет догонять новый ты. Всем любви, добра. Приятненько. Ребят, задавайте тему, вот, потому что сегодня у нас была в закрытом клубе тема воплощений, несколько воплощений. Как они, для чего они, как они воспринимаются, как они видятся. Вот, вот эти вот все моменты мы проговорили, и следующий эфир у нас будет уже про мужское и женское. Это никогда не прекращаемо, вот это вот мужское и женское. И, наверное, давайте, если нет вопросов, я бы немножечко раскрыла про мужское и женское со своей позиции. Кто-то может с этим соглашаться, кто-то не соглашаться. Это уже на ваше усмотрение, ребят, абсолютно. И хотела бы, наверное, поднять такую тему, как обиды. Вот как бы я ни наблюдала людей, какие бы умные вещи они ни говорили, какие бы моменты они не вскрывали себе, не прорабатывали, все вот эти вот, наверное, вот это вот, все, что я отпускаю, я вот такой самодостаточный, я вот это, я вот то. Но как заходит, наверное, большее вот это вот чувствование себя, большее чувствование, что ты как-то начинаешь привязываться к своему партнеру, у тебя возникает чувство обиды. Я это прям наблюдаю у людей сплошь и рядом. Они это осознают головой, они дают себе в этом отчет, но внутри с этим сделать ничего не могут. То есть человек может с ними перестать общаться в какой-то момент по разным причинам. Просто кому-то нужно личное пространство, кто-то хочет... Все, вижу. И хотела бы раскрыть эту тему еще раз. Что такое быть в созависимых отношениях с партнером, и что такое быть в отношениях с самим собой, позволяя любому другому быть в твоем мире тем, кем он на данный момент хочет быть. Тотальное позволение. Это про другое немножко. Это не про ту банальную любовь, про которую мы привыкли. Мы же с вами идем дальше. Мы идем дальше на проработку себя. И я попробую сейчас донести, что я чувствую, что я вижу в других, чтобы вы это могли прочувствовать. Когда вы это прочувствуете, вы это сможете в себе, если захотите, подкорректировать. Смотрите, когда я начинаю общаться, любой я, мужчина с женщиной, женщина с мужчиной,
начинают общаться с противоположным полом, и даже если на первых стадиях вам кажется, что мы просто друзья, мы там еще что-то, и эти отношения начинают быть на каком-то этапе созависимыми. Созависимыми начинают быть на том этапе, когда вы еще не осознаете, что они созависимы. То есть, если человек по каким-то причинам не берет трубку, не отвечает, не читает там какие-то сообщения, не приезжает, если вы договорились там, а он отменил встречу, вас начинает внутри начинает такое вот недовольство, давайте так это назовем, да, недовольство тем, что произошла такая ситуация. И даже очень часто бывает, что мозг начинает оправдывать, вроде как я не на него обижаюсь или не на нее обижаюсь, но вот я приехал на эту встречу, я потратил свое время или потратила свое время, а он так себя повел, мне только вот это зацепляет. Либо, может быть, там, ну вот ты же зашел там в мессенджер, ты же был в этом мессенджере, почему ты не прочитал от меня сообщение? Это же не так сложно сделать. И вот такие вот зацепки, когда они у вас идут в голове, это первый звоночек, что у вас созависимые отношения. Вы не в отношениях, вы не в отношениях с самим собой. Вы начинаете быть в отношениях, переходить в мир своего партнера. Вы можете переходить в мир его, а он в ваш. И вы теряете каждый свой мир. По-хорошему вы его теряете. И тут же можно каждую ситуацию чувствовать по-разному. То есть, например, я пришла на встречу, человек говорит, я там буду вот тогда-то на встрече. Я могу прийти на встречу, и если он не пришел, у меня не будет оправдания, что я потратила свое время, то, что не мог сказать раньше и так далее. То есть я понимаю, что эта ситуация произошла для того, что для меня все ситуации в мире, в моем мире, которые происходят, они абсолютно все для меня. И все для меня, они будут во благо мне, если я буду видеть внутри этой ситуации, что происходит. Сам вот этот вот, само вот это вот ядро, когда я прочувствую, они все будут для меня. И мне будет неважно, пришел он навстречу или нет. Если он не пришел навстречу, я не буду перетягивать его, почему он не пришел навстречу, в свой мир. Он не пришел навстречу, потому что у него в мире что-то произошло. Как только я вовлекаюсь в это, что он не пришел, а я вот приехала, и он украл мое время, еще что-то, это я не себя оправдываю, это я вовлекаюсь в его мир, теряя свой. А если я не вовлекаюсь в его мир, то есть он не приехал по каким-то причинам, мне не важно, по каким причинам он не приехал. Я всегда остаюсь в своем мире. Значит, я в своем мире делаю вот эти вещи. Тогда я остаюсь в своем мире. Понимаете, в разнице в чем? Как только я начинаю вовлекаться, он не прочитал смс, он не приехал на встречу, он не ответил, он не сделал какие-то действия, он еще что-то, либо она, неважно. Это всегда идет в то, что я вовлекаюсь в действия партнера, я вовлекаюсь в действия, что он сделал. Не что я сделаю, не как я реагирую, не что происходит вследствие вот каких-то определенных действий в моем мире, а я как бы перехожу черту, я вхожу в его мир, выходя из своего дома, из своего мира. И как только я выхожу из своего мира, я уже не могу принять его, потому что я уже не дома, я уже в гостях. И тогда, что бы ни сделал партнер, я буду уже недовольна, потому что в другом мире мы себя чувствуем всегда скованно. Он может извиняться, он может сделать какие-то действия, он может еще что-то, но я буду всегда вовлечена в его действия, в его слова, в его мир. И я всегда буду, у меня будет всегда капелька недовольства, всегда будет капелька недовольства, что произошло. У меня может быть даже мозг так будет срабатывать, что мне будет казаться, что я недовольна не его действиями, а какими-то своими. Вот я что-то не так сделала, а я это сделала, что какой урок я должна вынести или должен. Но ты все время будешь
находиться в состоянии прошлого. А что я сделал? Либо будущего. К чему меня это приведет? А к чему нас приведут эти отношения? Ты перестаешь жить, потому что жить ты можешь только в своем мире. В чужом мире ты можешь только интерпретировать, что с тобой произошло и зачем. Почему? Какие результаты дают? А в своем мире ты расслабляешься и живешь. И когда ты не вовлекаешься в мир партнера, ты становишься цельным. И тогда твой мир вот этот вот цельный. То есть, что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, что бы он ни написал, неважно. Это всегда его действие, которое не касается твоего мира. Всегда его. А твой мир, то, что ты делаешь в своем мире, как ты каждое действие интерпретируешь в своем мире, проживаешь это в самом себе, не опираясь на то, что он сделал и почему, для чего, какая ситуация мне нужна, а через чувствование себя. Не пришел на эту встречу? Здорово. Значит, в моей жизни сейчас происходит вот этот процесс, и я им наслаждаюсь. Не ответил на какое-то там смс, не прочитал какой-то мессенджер, не ответил что-то еще. Это его, что он что-то не сделал. Значит, ты наслаждаешься этим моментом, ловишь себя каждую ниточку своего существования, ты ее как бы балансируешь в самом себе. Это всегда твоя подтяжка. Знаете, как на гитаре? Тын-тын-тын. Ты всегда себя делаешь еще лучше, себя, не за счет кого-то, не потому что кто-то сделал, а всегда за счет себя. И тогда ты в своем мире начинаешь жить тотально, жизнь свою, вне зависимости от действий, слов, эмоций другого мира, любого другого мира. И тогда ты начинаешь кайфовать. И когда ты начинаешь кайфовать, у тебя могут быть вот таких вот миров в соприкосновении с тобой, которые точно так же кайфуют. Очень-очень много. Но вы за счет этого и кайфуете, потому что вы кайфуете каждый от своего мира. Вам не нужно дополнять друг друга. Вы есть уже цельны. Вам не нужно это... То есть если вы соприкасаетесь, вы знаете, как, вот, как в мягкость так... Раз, то есть, смотрите, вот у меня пальцы, они входят, это же не значит, что вот эта рука, вот этот палец должен перейти вот на эту руку. Это же так не значит, и на этой руке все гармонично, и на этой руке все гармонично. И тогда вы пазлами входите на какой-то определенный момент, пока вам комфортно, пока вам хорошо. Вам не нужно брать от друг друга что-либо, вы можете только отдавать. Отдавать свой смех, отдавать свою любовь, отдавать свою радость. И когда вы отдаете, тогда вам комфортно. Как только вы чувствуете, что вы хотите что-то взять от партнера, от любого, от подруги, от друга, от любимого, от любимой, еще от кого-то, вы уже, значит, если вы что-то хотите взять, значит, вам уже что-то не хватает, значит, вы уже что-то где-то вы откололись, что-то вы потеряли в себе. Но другим человеком себя вы не восполните. То есть, если другой человек, если у другого человека вы будете что-то брать, вы этим не станете. Это всегда будет заменитель вас. И вы будете состоять из заменителя себя от любого другого. И целостность вам обрести тогда будет еще сложнее. Когда мы берем от партнера, то есть, смотрите, у нас вот, ну, грубо говоря, да, у нас вот есть вот такая вот выемка, вот, наша выемка, да, как видно, чтобы было, вот. И когда мы ее наполняем, эту выемку, кем-то другим, мы же этим не становимся, мы просто ее закрыли кем-то другим. И так как она закрыта, уже пространство забито не нами, пространство забито кем-то другим, мы уже и сами восполниться не можем, потому что мы забили кем-то другим пространство. Это называется больная любовь. И сами восполниться не можем, потому что оно забито. И не становимся вот этим человеком, потому что это уже не я. И только осознавая, что у нас пошла какая-то... что-то у нас пробоина какая-то, да,
Только сами себя корректируя, мы можем это все восстановить. Сами себя, через себя, не через другого. Не знаю, понятно. Давайте почитаю вопросы, если есть. Так, расколбас. Ага. Ох, я все время не дома, походу. Ничего страшного, все вы придете домой. Смотрите мои эфиры, приезжайте на ретрит, и все будете дома. Некоторые начинают предъявлять: ах, ты равнодушная, безразличная, бесчувственная. Но это же их, что они начинают предъявлять. Смотри, ты опять залезла. Они начинают предъявлять. Позволь им предъявить. Мне тоже много что говорят. И это же здорово. Я понимаю, что со мной люди раскрываются. Они видят во мне то, что есть в них. Они видят во мне то, что себе не могут позволить. И это же здорово. На каком-то этапе это нужно просто увидеть, а потом, возможно, они захотят с этим работать. И это уже другой будет процесс. Но позволим всегда думать. Меня далеко не все любят. Я очень неудобный человек. Но я позволяю в своем мире, чтобы каждый был собой. Из моей жизни может человек просто пропасть. Общался и не общаться. И это нормально, это его выбор. Может на меня обидеться, и это тоже его выбор. Может там меня, отругать, пожурить, и это тоже его выбор. Он же журит-то не меня, а он выплескивает свой мир, видение своего мира через мой. А мне через его мир свой мир видеть не нужно. Я на свой мир уже смотрю только через себя. Поэтому любому другому я позволяю абсолютно все делать то, что он хочет. Это его мир. Он не касается меня. Я могу быть просто наблюдателем. Классный эфир, спасибо. Очень круто. Да, понятно. Я люблю. Да, здорово. Поэтому только через себя, ребята. Позволяйте любому другому абсолютно любые шалости. Это же его, это не ваше. Если есть вопросы, задавайте. А если нет вопросов, я буду собираться. Я, как обычно, еще даже чемодан не собрала. У меня все это всегда в последний час происходит, в последний момент. Мы, когда предъявляем какие-то требования к другим, это про нашу значимость. Докажет мне человек, что я значима или нет? Да, в том числе. Спасибо, ребят, за сердечки, за смайлики. Нам же нужно... Нам же нужно что-то доказать и показать, только когда у нас вот это вот... пробоина. Когда мы цельные, что мне может кто-то другой, любой другой что-то доказать? Что я нужна, либо не нужна, либо еще что-то. Мне не нужно доказывать, что я кому-то нужна. Ведь я себе нужна. Это же самое главное, когда ты себя обретаешь. Тогда тебе не важно, нужен ты кому-то другому или нет. Абсолютно не важно. Это просто становится фактом. И все. Я, ребят, не знаю, вот близнецовые племена, я, если честно, не знаю, что такое близнецовые племена, там еще что-то, и про эти отношения я не знаю. Я верю, что только цельное может притянуться к цельному, к истинному цельному, только тогда ты можешь отдавать. А когда близнецовые племена, я так понимаю, что это, скорее всего, что-то как-то... дополняют друг друга. Но мы только что с вами проговорили, что нельзя дополниться кем-то другим. Это миф, иллюзия, и тогда ты не сможешь дополниться сам собой. Привет всем, Светлана. Скажите, пожалуйста, можно идти на любой марафон или на консультацию, или надо с какого-то определенного начинать марафон? Как вам захочется абсолютно? Они все разные. Консультация — это вообще про другое. Это про личную какую-то внутреннюю вашу занозу.
А марафоны можно, можно на все идти, можно на какой-то, абсолютно неважно, с чего начинать. Мы же с вами многогранны. И какая разница, с какой грани вы начнете себя прорабатывать? Вам все равно нужно будет все их грани проработать. Поэтому абсолютно без разницы. Вот, да, ребят, поэтому если какие-то марафоны, у нас они, у меня несколько, все чаще стали задавать вопросы, а когда стартует тот или иной марафон? У нас он стартует по численности, неважно, какой марафон первый стартанет. То есть как только набирается определенное количество человек, мы сразу же стартуем. Но еще раз говорю, это не марафоны, которые... ну, общепринятый, да, там будет такая информация, она будет нестандартная. Поэтому каждая будет про другое, и она уже не встретится. То есть, которые были в записи марафоны, там, «Аватар 21», там еще что-то, скорее всего, я буду рассказывать про другое, потому что у меня нет записей. У меня идет то, что я чувствую, каждый день нарабатываются какие-то новые знания, они приходят, поэтому он не может быть похож друг на друга. Как-то так. Поэтому с какого хотите, с такого начинать. Если сегодня, например, наберется за ночь про денежный марафон, да, что такое финансы вообще, кто такой финансы, где эта энергия хранится, где она, как ее распаковать. Что будет, как исполнять эти желания, какой нужно написать плакат, нарисовать, кем нарисовать, чем нарисовать, какой краской, что это такое. Это у меня все намного проще. Я вам буду давать абсолютно простые вещи, которые вы знаете. Я просто их буду вскрывать через ваши триггеры. И они не могут не сработать. По-другому не будет, не могут не сработать. Если вы идете на какой-то марафон, если вы вообще в принципе увидели меня, значит, вы готовы к определенной информации. По-другому быть не может. Даже если вы плюетесь, даже если вы злитесь, даже если вам кажется, что я несу какую-то чушь, вы здесь, потому что вы уже готовы к этой чуши, к этой ерунде и к тому, что я говорю. И не идите в отрицание, а идите в проверяние через себя. Не надо мне верить, не надо верить, либо не верить. Просто идите через себя. Я же рассказываю о простых вещах, которые вы можете сами прочувствовать на себе. Какая подготовка нужна на ретрит? Желание. Никакой подготовки. На ретрите вы находите себя. То есть подготовка – это когда вы с внешнего начинаете на себя что-то надевать, одевать. И вот это вот что-то там смазывать, замазывать, замасливать, промасливать, еще что-то. Я меняю внутри то, что есть у вас. Я достаю вас из вас. У вас у каждого есть вы. Просто вы этого не видите. Поэтому, когда вы приезжаете на ретрит, вы приезжаете полностью упакованным, потому что то, что вы будете доставать из себя, вы с этим ходите всю свою жизнь. Вы уже подготовленные, вам ничего дополнительно не надо. То, что я буду доставать из вас, у вас это уже есть. Вам просто это нужно достать, чтобы посмотреть, насколько вы властелин вашего мира. Нет ограничений. Да. Вы сразу же это понимаете, с первого же ретрита вы это понимаете. Но вам нужно какое-то время научиться с этим жить. Представляете, у вас не было там, например, ничего, а тут вы осознаете, что у вас есть вообще все, и вы все можете. С этим тоже нужно научиться жить. Это не так просто. Это кажется, что «О, я сейчас буду волшебником, все у меня получится замечательно». Немножечко не так. Это... тоже психологически определенный барьер, который вам нужно будет пройти. Я вам его вскрываю, а вы идете. Почему ребята приезжают на второй, на третий, на пятый, на двадцатый ретрит? Только лишь потому, что они идут все дальше и дальше. Они вне зависимости от меня. Это не потому, что они в какую-то зависимость впадают.
Просто они понимают, что здесь проще, быстрее, как бы в временного фактора в ретрите его нет. Кто был из ребят, они понимают, что там время отсутствует полностью. Ты становишься единым пространством вне времени. И когда ты из себя достаешь себя, это абсолютно другие состояния, другие ощущения. И потом ты будешь себя догонять еще месяца два. Вот такого вот нового и такого вот, вот большого и клёвого. Так, это я ответила, Александр. Меня уже полгода вокруг тебя водит, и с каждым кругом все ближе. Сейчас смотрю на тебя и вижу, как будто это я. Здорово. Приезжай на ретрит, если ты еще не заявилась. Ребята, которые были на ретрите, они уже... Они, во-первых, понимают все, каждый, что они могут приехать в любую точку земного шара, и они будут, они, им не важно, где ты, сколько у тебя с собой каких-то земных вещей, денег, еще что-то. Это абсолютно не важно. Он будет в каждой точке земли абсолютным собой. А абсолютный собой, это если по-человечески говорить, ну, наверное, счастлив, да, вот так вот. Это про другое. Это другие чувствования, другие ощущения. Ну что, ребятки, отпускайте меня, буду чемодан собирать. Если будет там интернет, то, конечно же, поснимаю для вас какие-нибудь видосики. Светлана, вы раньше тоже занимались спортом? Да, я всегда занималась спортом. Я не занималась профессиональным спортом, но минимум 3 раза в неделю был обязательно какой-нибудь спорт. А сейчас это каждый день. Потому что движение это есть. Через движение, через ощущения я познаю каждую новую клеточку всего пространства, чем я являюсь. Ретрит и индивидуальное сопровождение хочу, что глубже помогает себя обрести. Да, хоть что. Розалина, 100%. Да, да. Хорошей поездки. Да, спасибо, ребят. Индивидуальное сопровождение, оно в любом случае, ребят, идет в режиме онлайн. Да, мы там с вами больше времени находимся, постоянно на связи, но в режиме онлайн. А ретрит – это в едином поле вообще, мы в чувствовании, то есть вы чувствуете, начинаете первое время чувствовать себя через меня, вы даже этого не осознаете. А потом я вас потихоньку отпускаю, и вы начинаете чувствовать это через себя, это другие ощущения вообще мира, вы как будто вас наизнанку выворачивает. Поэтому это абсолютно разные вещи, и нет такого, что это сильнее, это не сильнее, это хуже, это лучше, это просто разное. Благодарю за чудесный эфир. Все, благодарю, ребятки. Всех крепко-крепко обняла и буду вам что-нибудь там поназаписываю вам. Все, пока.